Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами iPhone 13 Pro Max, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе включить или выключить сетку в камере. Делается это через настройки, поэтому мы заходим в настройки нашей камеры, дальше листаем вниз до пункта «Камера», нажимаем на него, здесь мы видим пункт «Сетка». Мы здесь можем включить или выключить сетку. Здесь абсолютно на ваш вкус. К примеру, у меня сетка включена, и я вижу сейчас вот такую вот решетку в своей камере. На данном моменте мы будем заканчивать. Больше видеороликов о данном девайсе вы сможете найти у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. Пока!